составе делегации около 40 человек. Главная цель марша мира – установить партнерские отношения с представителями учебных заведений. Это необходимо, чтобы сохранить историческую правду о событиях Курской битвы, в ходе которой произошло завершение коренного перелома в Великой Отечественной войне. Для меня это тоже является значимым, потому что моя бабушка принимала активное участие в строительстве железной дороги Ржава-Старый Оскол, и я как ребенок очень хорошо помню ее рассказы. Для нас очень важно рассказать историю Курской битвы. Для нас очень важно рассказать о том, как сегодня живет пограничная область и насколько события, которые сегодня происходят, являются значимыми и важными для всей страны. В процессе участники обменяются опытом по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, а самое главное – закрепят у подрастающего поколения знания о Великой Отечественной войне. Мы попросили наш Дом литераторов для того, чтобы нам поручили передать, вручить всем 10 учебным заведениям, в которых мы будем встречаться, вручить подборку книг курских писателей о Великой Отечественной войне и о Курской битве. До 15 июля участники марша мира посетят Ярославль, Кострому, Иваново, Нижний Новгород, Муром и Дивеево. В прошлом году они проехали по местам боев, в которых отличился почетный житель Курска Петр Алексеевич Михин.